добрый день. Все, удачи. Провокаций серьезных не было. Были люди, не до конца понимающие обстановку, думающие, что здесь находится в кинотеатре. Хотя в данном случае здесь зона боевых действий. Реально пытаются, неоднократно были задержаны люди, которые пытались без надлежащих документов, без надлежащей охраны провести на территорию Крыма 850 килограмм взрывчатых веществ. Неоднократно в большом количестве находится травматическое, пневматическое оружие, предметы, специально заготовленные для нанесения телесных повреждений. Ножи, сабли, дубинки, тонфы, ударно-дробящие предметы, черенки от лопат, сделанные с ручками, с которыми можно наносить удары. Арматура, порезанная по метру, сделанная также с петлей для удобства держания в руке. Все это изымается, документируется, передается оперативно-следственным группам. У нас работа — людей защищать. Это, скажем, родину, не страну, а родину. Потому что кто, если не мы? Люди, которые пришли к власти, они хотят только власти. Власти и денег, им больше ничего не надо. Люди этого, я не знаю, то ли не понимают, то ли не хотят этого понимать. Что насчет украинских военных? Как они себя ведут? Украинских военных здесь мы конкретно не наблюдали. Единственное, что мы перезваниваемся с людьми, со своими знакомыми, которые находятся за пределами Крыма, которые никто не хочет войны, никто не желает в конфликт вступать, так как все мы братья. Никто не хочет за данное правительство, которое пришло преступным путем, захватило власть. Никто не желает поддерживать их. Перезваниваемся, общаемся с людьми, стоим на своих позициях, как бы люди в частях находятся, ну, хотя определенное давление Киева на них оказывается. Блокпост Чингарский передают и записки, и письма защитникам Крыма. Вот, например, письмо из села Полтавка Красногвардейского района Крыма. Ребята, держитесь, не дайте фашистско-бандеровской нечисти испоганить наш солнечный Крым. Желаем здоровья, оптимизма и берегите себя. Жители села Полтавка, мы с вами. Это стихи кубанского поэта, который с первых дней войны воевал. Начало войны он встретил именно здесь. Письмо русского ветерана украинскому солдату. «Украины защитник, сынок дорогой, никогда не пойду на тебя я войной. Наши предки в Днепре на века крещены, зову родственной крови мы будем верны. Есть в избытке у нас, у тебя, у меня, свое поле и песня, и честь, и броня. Нам негоже мотаться по странам чужим, коль глаза застилает оранжевый дым. Может, кто-то тебе неспроста нашептал, что уже я не другом, а ворогом стал. Я летал и горел в 41-м году, с твоей милой земли изгонял я беду. Для тебя Украину твою отстоял, лишь щепотку земли под Харолом я взял. Лишь щепотку земли, а отдали вам Крым. Если будет пожар, мы с тобою сгорим. И пойдут чужаки по полтавским садам, по кубанским полям, по родным городам. И мы ляжем с тобой в новом бабьем яру. Но и ты не умрешь, но и я не умру, если станем мы вместе спиною к спине и отгоним беду, что к нам лезет извне.
гранитобойщиков, 2008 год. Мы рута Севастопольского «Беркута», а также Крымский «Беркут» уже сделали свой выбор, когда приехали сюда, потому что нам не все равно, что происходит вообще в нашей стране. Мы видели методы этих так называемых мирных фашистов, мы видели кровь, поэтому мы свой выбор сделали, приехали сюда, вот, и считаем, что на данный момент каждый человек в Крыму не должен оставаться равнодушен, должен выйти на этот референдум и выразить свою волю. Потому что сейчас, как никогда, от этого зависит судьба каждого человека, живущего здесь. Нас упрекают в том, что мы сепаратисты и стоим за отделение Крыма от Украины. Мы изначально не стояли за отделение. И, в принципе, конечно, если будет собрано большое славянское государство, мы поддержим это. Нам не по пути с теми людьми, которые несут перед собой портреты Бендеры, Шухевича. Поймите, у нас разные ценности, у нас разная история. Мы за 60 лет не стали братьями. Они всю жизнь держали нож у себя за спиной и при любой возможности втыкали его нам в спину. Смысл нам быть вместе? Вот скажите, смысл?